That's an actual screenshot from someone who is dead already. Лёш, ты как, почему так долго не отвечаешь? Вы точно на учениях? Спрашивает мать убитого солдата. За моменты перед тем, как он был убит. Мама, я уже не в Крыму. Не на учениях. А где? Папа спрашивает, можно ли тебе послать посылку. Да какую посылку, мам? Что ты говоришь такое? Что случилось? Мама, я на Украине. Тут настоящая война. Мне страшно. Мы бьем по всем городам. Подряд. Даже по мирным жителям. Нам сказали, что они нас будут приветствовать. А они кидаются под нашу технику и не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама, мне очень тяжело. In several moments he was killed. Imagine, if you want to just visualize the magnitude of the tragedy. You have to imagine next to you, next to every nameplate of every single country in this General Assembly, more than 30 souls of killed Russian soldiers already. Next to every name of the every single country in this assembly. 30 plus killed Russian soldiers. Hundreds of killed Ukrainians. Dozens of killed children. And it goes on and on and on